Совсем недавно завершился городской этап спартакиады по баскетболу «Оранжевый мяч». Теперь нашим спортсменам, команде девушек из гимназии и юношей из третьей школы, предстоит состязаться с баскетболистами школ соседних городов. Сейчас проводится зона зональные соревнования «Юга», зачет 19-й спартакиады школьников. «Оранжевый мяч» – это 7-й класс и младше, то есть 2003 год, ну, два человека – рожденные после 1 сентября 2 года допускаются. Хорошая подготовка по девочкам Стерлитамак. По мальчикам наши мальчишки сильнее будут. Как известно, баскетбол не только эмоциональная игра, но и достаточно полезная в плане физического развития. К примеру, таких качеств, как сила, скорость и выносливость. Кроме того, занятия баскетболом улучшают работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В первых играх с салаватскими спортсменами нашим парням и девушкам удалось доказать свое превосходство. А команде из Мелиузы наши баскетболистки уступили. Несмотря на это, девушки не унывали, ведь проигрыши помогают учиться на ошибках и стремиться к лучшему. Я очень горжусь своей командой. Они очень храбрые, сильные. Я рада за то, что они так сыграли. Конечно, мы могли лучше, но я довольна результатом. Мы думали, что мы выиграем, и девочки немного расслабились, но все равно Мелиуз тоже молодец. Я рада за них. Спортсменкам из Мелиуза победа далась нелегко. У наших девушек, кроме серьезной подготовки, было еще одно преимущество – поддержка болельщиков в родных стенах. А победа в городских соревнованиях позволила им чувствовать себя еще увереннее. Они сильные игроки. Было не очень тяжело, но и так чуть-чуть тяжело было играть. Что нужно для того, чтобы победить? Нужно играть в команде. Нужно стараться забивать и не терять мяч. Я горжусь очень своей командой, потому что они сделали все, что могли, чтобы мы выиграли в игре с Кумертау. И они очень сильные игроки. Успешно отыграв, спортсменки из Мелиуза заняли роль болельщиц и стали активно поддерживать команду юношей. Также тренеры команд поддерживали своих подопечных, как самые ярые болельщики. Не давали расслабляться спортсменам ни на секунду. Перед юношеским матчем «Кумертау-Мелиуз» нам удалось поговорить с тренером команды соперников. Первую встречу мы выиграли у Стертамака. Мы прям преодолели свой барьер. У нас была цель выиграть Стертамака, а дальше как получится. Готовились тяжело мы, конечно. Долго шли к победе, чтобы победить внутри города, конечно. Мы победили все школы и сюда еще готовились полмесяца. Команда «Кумертау» очень сильная команда. Они сплоченная команда и именно играют командой. У них такого лидера одного нет. Все молодцы, ребята. Настроены тоже на победу. Судьями игры была отмечена хорошая подготовка всех команд в целом. Победители зонального этапа спартакиады отправятся на финальные республиканские соревнования.